вот что я очень люблю в поездках, так это паспортный контроль в 7 утра. Вот такая штука вообще. Супер. Начинается наша поездка в Хорватию с любимого, самого родного аэропорта Пулково. Отсюда мы стартуем, дальше летим в Прагу. Из Праги мы отправимся в Сплит. 2 часа дня будем там. Максимум по 2 часа спать. Нельзя быть такими раздолбаями. И сегодня, можно сказать, первый день фестиваля «Ультра», потому что вчера «Ультру» отменили из-за погодных условий. Надеемся, что сегодня все случится. «Ультра» все-таки состоится, и мы все-таки отыграем свой сет там. «Ультра», встречай нас! Эй! Ну-ка, еще разок. Добро пожаловать в Сплит. Интересно, все эти люди приехали на «Ультру». Мы второй раз за последний месяц здесь, в Хорватии. И к нам всегда очень подозрительно как-то относятся на паспортном контроле. Все в порядке, мы уже здесь и скоро отправимся на площадку. Разгадайте ребус, найди свое имя на табличке. Ты готов к цвету сегодня? Да? Немножко наушники развалились. Зато я могу сделать пейсы тебе. Так и хорошая вечеринка ждет нас сегодня, да? Помните, в первом выпуске я рассказывал про катакомбы корейского стадиона, где проходила «Ультра». Сейчас мы в катакомбах стадиона в Сплите. Богато! Вот вы думаете, где я? На футбольном поле? Вы думаете, я хочу поиграть в футбол? Нет. Я сейчас нахожусь там, где обитают суперзвезды, такие как Армин, D.O.D., Неро, Даш Берлин, WNW, Adventure Club, Томас Джек, Дед Маус. И это все на таком футбольном поле. Что-то подобное я вижу впервые, на самом деле. Ну, и на закусочку для всех любителей отечественного продукта Матисс Садко. На здоровье! Корин? Камбе. 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 Everyone strike up!
Ну, откровение. Я думаю... Но на самом деле, вы не представляете себе, мы вообще не готовились к ультре и играли просто экспромтом, совсем не понимая, как там сводятся треки, и это не очень круто на самом деле. Получилось неплохо. За пультом Дона Джек прямо сейчас. Немножко иной формат для фестиваля, но... Я думаю, найдется и почитателей среди огромного количества людей, которые сегодня здесь. Так, давай с вами посмотрим, кто из нас лучше играет в футбол. Смотри, вот эта часть ворот будет твоей. Давай, давай, нет, давай я тебе пробью один. Ну давай теперь ты. Ну-ка. Я аккуратно. Давай. Опа. Блин, пробил, а? Ты Вот такая вот гримерка на ультре. Европа. У нас. Друзья, это ультра. Ультра Европа. Мы продолжаем вести прямой репортаж. У нас остается около часа до того, как мы отыграем уже второй сет сегодня за один день. Это уже будет White Stage. Мы отыграли на Main Stage. Скоро Саш переоденет свои божественные сапожки. Скоро. Мы впечатляемся с нашими голландскими друзьями по стейджу. Что вы смотрите в Риджи? А, мы смотрим... А кто это? Guy is from Russia. Oh my god, so you're Russian friends, I mean. Yeah. Стой, кто это? So much different in the day and the night, isn't it? The vibe with the darkness and the lighting. And... Oh, so amazing. So you have to come to London soon. Do you come to London often? No, I've been walking. Очень вкусно. Красиво. What's where up, is the where is the models? Models and bottles. That's the model. Justin. Where is the models? I'm Mara. Yuri. Nice to meet you. I'm Alexander. Nice to meet you. Italian. Italian. Going hard with the pizza. Yeah, that one. Big piece for me. Видишь, какой он успешный? Он очень успешный, поэтому, наверное, он знает русский язык. Что вы гоните про меня? Мы думаем, что ты успешный. Я успешный? Да. Есть такое. Бывает. Временами. И скромный. И главное, временами что... успеваю, временами успеваю. Главное, что не только что ты успешный, ты скромный. Ну, да, как бы... Да. Я вообще с русскими обычно не общаюсь. Нам сегодня крупно повезло. Вот кто-то скажет, что мы скучные. Прямо сейчас на мейн танцполе выступает Нер. Прямо сейчас на техно танцполе выступает у нас кто? Марко Карола. А мы сидим в гримерке.
кучей пустых бутылок. Саня сидит, проветривается. Там где-то жизнь, тусовка. Там где-то WWE играет в футбол. Да, где-то WWE. PlayStation. Вот за этой дверью. За этой дверью жизнь. Эй, еще раз всем огромный привет. И мы по-прежнему на ультре. Нормально. Санек пробирается в гуще событий. Прямо сейчас Нера за пультом. Я не знаю, видно или нет, но прямо здесь располагается лаборатория света. Вот эти люди, которые освещают эти труды декорации на фестивале ультра. Какая смешная машина пожарная. Саня пробирается в хижину. Все, пришло время сна. Всем доброго утра. У нас есть немного времени перед тем, как мы отправимся в аэропорт. Мы решили попробовать местной хорватской еды. Знаете, приехать в Хорватию и не попробовать местные рыбы – это преступление. Поэтому наш завтрак сегодня выглядит вот так. Чем ты мясо взял? Мясо. Это тюна. Да ладно. Да. Но выглядит кусок мяса. Ну что, приятного аппетита, Саня. Смотри, не тресни. Мы с Саней договорились, что накладываем табу на фразу о том, что мы не высыпаемся, потому что можно бесконечно об этом говорить. Ой, мне кажется, мы зашли. Мне кажется, мы зашли куда-то. Смотри, здесь можно серенады петь. Очень приятное впечатление, на самом деле. Вот. В Хорватии посидеть, вкусно покушать, попить вина. Странный, суровый хорватский футбол. Зарядят тебе по голове мячом. Надо быть начеку. Мы присели отдохнуть. Как хорошо, что есть старые добрые очки, которые помогают смотреть на мир. И это ты называешь белоснежными яхтами, да, я так понял? Сань, мне кажется, яхта Матисса выглядит, наверное, так. Или так. Сань, ты какую выбираешь? Эту или эту? Больше девчонок поместится. Больше, говорит, девчонок поместится сюда. Если утрамбовать в два ряда, то, в принципе, да. Мне нужна комната для развлечений, для утех. Сань, скажи, ты бы отправился в путешествие на каком лайнере? Blue Line или Ладролиния? Каков твой выбор? Blue Line или Ладролиния? Ладролиния, блин. Задролиния, так сказать. Реально хочешь купить рогатку? Да. Вчера ты был вот такой, кстати. Может быть, не будем ждать Дедмауса? Мне кажется, нам пора домой. Мы очень устали. Или все-таки немного тусанем? Смотри, можно не только рогатку, можно купить стрелы. Немногие знают, что каждый раз из каждого города Саня возит с собой какую-то чушь, которая, как по его мнению, ассоциируется с городом. Вот сейчас он, например, хочет купить обезьяну. Понятно, как обезьяна сочетается с Хорватией. Это родина обезьян Хорватии? Нет. Давайте поможем Саньку найти правильный сувенир. Ты действительно хочешь это купить, Сань? А, сейчас. На, Содос. Сань, игра как раз для твоего интеллекта, мне кажется. Будешь брать? Как видите, мы уже на пути в аэропорт, сидим в машине. И хотим сказать огромное спасибо, что вчерашний день и сегодняшний день вы провели в нашей компании. Наше путешествие в Сплит, где состоялся фестиваль «Ультра», подходит к концу. Если вам интересны наши приключения, не забывайте подписываться на наш канал. И у нас будет очередная мотивация снимать более усердно и круто. И впереди очень много приключений, интересных серий. А будет что-то пикантное? Уже есть. И в следующем выпуске вы в этом убедитесь. Ты понимаешь, да, что нужно уже что-то будет? Конечно. Пикантное добавлять. Перчинка. Друзья, еще раз всем огромное спасибо. До встречи. Матисс Садко. С любовью. Peace.